26 октября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного полномочного посла Джибути в нашей стране Мухаммеда Али Камиля. Мухаммед Али Камиль вручил верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву. Затем президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом. Глава государства отметил, что двусторонние отношения между Азербайджанской республикой и республикой Джибути находятся на хорошем уровне. Подчеркнув, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с исламскими странами, президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан и Джибути – дружественные страны. Глава государства, в частности, отметил важность успешного сотрудничества наших стран, демонстрирующих солидарность и поддерживающих друг друга в международных организациях. Подчеркнув, что уровень наших политических связей вызывает удовлетворение, глава государства отметил важность расширения этих связей и в других сферах. Отметив роль посла в развитии двусторонних отношений, президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что посол Мухаммед Али Камиль проведет обсуждение с соответствующими структурами Азербайджана для рассмотрения возможности сотрудничества в экономической сфере. Посол Мухаммед Али Камиль передал главе нашего государства приветствие и наилучшие пожелания президента Республики Джибути Исмаила Омара Гелле. Подчеркнув, что перед визитом в Баку он встретился с президентом своей страны, Мухаммед Али Камиль сказал: «Господин президент, собираясь в Баку, я встретился с господином Исмаилом Омаром Гелле. Он лично сказал мне, что Азербайджан – важная страна, имеющая большое значение для нас». Глава государства выразил признательность за приветствие президента Исмаила Омара Гелле и попросил передать его приветствие главе государства Джибути.